столице Иордании состоялось совещание глав четырех поместных православных церквей – русской, иерусалимской, сербской, а также церкви чешских земель и Словакии. В ходе встречи обсуждались основные разногласия между иерархами, в частности, ситуация вокруг созданной в 2018-м православной церкви Украины. Московский патриархат не признает ее автокефалию и канонический статус, подтвержденный Константинопольским патриархом Варфоломеем. Участники совещания в Омане настаивают на том, что вопросы независимости церквей должны решаться, цитата, «при общеправославном согласии». Кроме того, они призвали власти Черногории уважать имущественные права сербской православной церкви, которая может потерять значительную часть собственности по новому закону о религиозных объединениях. Главы четырех из 15 поместных церквей, признанных Константинопольским патриархатом, пригласили его предстоятеля Варфоломея принять участие во втором совещании в этом же формате. Оно должно состояться до конца года.